Привет, друзья! Сегодня Ханука, Хаг Самех. Всех поздравляю с этим праздником. И мы сегодня будем зажигать, как и все евреи, первую свечу из тех восьми, которые нужно будет зажигать каждый день по одной. Несколько слов о самом празднике. Я не буду много говорить, потому что в интернете очень много информации, много можно прочитать об этом. Я просто скажу очень коротко, что в принципе праздник Ханука, это как и любой другой, как и большинство других праздников в Израиле, связаны с победой Израиля над врагами. И в принципе это обычно звучит так: нас хотели убить, мы их победили, давайте теперь за это вкусно поедим. И вот этот праздник, он тоже об этом. В принципе, потому что восстановление храмового служения благодаря Маковеям, то есть они проявили стойкость, Бог дал им чудо, когда масло не заканчивалось, и благодаря им восстановился, в принципе, храм, служение, они очистили этот храм, и нация, в принципе, еврейская тоже благодаря этому спаслась. В этом году мы хотели так же, как и в прошлом, справить со всей нашей мишпахой, семьей на иврите. Но у нас заболели дети, и нам пришлось праздновать в одиночестве, можно так сказать. У нас соседи празднуют Хануку, соседи напротив. Мне кажется, вот этот человек похож на Биби, на Бениамина Нетаньяху. Может, он переоделся, пришел. Поставьте лайк, если вам нравится, и подпишитесь, если нравится. Если нравятся пончики, подпишитесь. Или звоните на колокольчик, и там все. Кстати, сила традиции. Прошлую Хануку мы встречались с нашими родственниками, израильтянами, и Михаэль, он именно так зажигал. Наверное, я правильно. От центральной? Да, да. Салам. Привет. Кстати, его не разгадала. Это говорит о моем. Короче, берешь вот эту. Подожди, так ты сначала выдавливаешь, потом вытаскиваешь. Точно? Ну да. Нет, ты выдавливаешь туда вот этот джем. Понимаешь? Слабо. Пончики с секретиками. Можно я? Накачивай его. Это крем здесь. Чичей. Так и белым кремом. Я вам предлагаю также посмотреть, как в прошлом году в детском садике праздновали Хануку. Вот такой вот ролик получился. Всех с праздником. Ханука Самех. Хаг Самех. Не забудьте подписаться и все. Просто не забудьте подписаться.